Всем привет, дорогие мои, с вами Кононова Аня, и это мои пустые баночки, просто целая гора. Ну что ж, начнем. Как обычно, то, что у меня впервые в пустышках, буду рассказывать об этом долго, то, что часто появляется, буду показывать мельком. Итак, это у нас такой универсальный спрей-пятновыводитель, очень его любим, артикул 301-51, красота. Также закончилась куча прокладочек. Все они идут у нас с анионовым чипом, дышащие, в индивидуальной упаковке каждая. Очень хорошие прокладки. Значит, в ежедневках у нас идет 20 штучек. В ночных у нас идет 7 штучек. Они такие длинные, большие, крутые, очень хорошо крепятся к белью. Ну и вот эта вот новая версия уже пачечка с артикулом 112-89. 10 штук обычные дневные. Очень надежные, хорошие прокладочки. Далее, до расхода пластырь гидроколлоидный от влажных мозолей. Тут я его уже показывала в новинках, тут увидите его. Очень хорошо, очень понравился. Я надеюсь, он есть еще на сайте, потому что я всего две коробочки заказывала. Артикул 910-431. Он не то чтобы просто защищает мозоль от трения и внешнего давления, но он еще обеспечивает заживление кожи и предотвращает попадание влаги, микробов. Очень хорошо держится и мгновенно уменьшает боль, если вот действительно болит. Очень хороший пластырь. Далее, пластырь согревающий при боли в мышцах и суставах. Очень мне понравился артикул 910-442. Что мне понравилось, мы его еще папе клеили, когда он кашлял на грудь. Тоже очень-очень хорошо. Он помогает снять болевой синдром и воспалительные процессы в суставах, мышечных тканях, при растяжениях. Подойдет для любого участка тела. И эффект такой, знаете, мягкий, согревающий, приятненький очень эффект. Дальше. Очень много у нас накопилось кораллового кальция. Пустышки я не снимала больше месяца. И, конечно, вот такая вот куча мала. Это минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды. Артикул 157-30. Что мы с ним делаем? К нам привозят воду, бутыли 20 литров. И мы в эту воду опускаем вот эти вот фильтр-пакетики. И она у нас становится кондиционированной питьевой водой. Конечно же, она намного полезнее становится. И плюс ко всему улучшает усвоение кальция, что, в принципе, нам с вами очень сильно необходимо. Дальше. Вот это вот новинка. Та-дам-да-дам! Только-только вышла и уже первая пустышка. Это у нас с вами идет фитоконцентрат для контроля веса. Рядышком увидите, как он выглядит. Буквально недавно он вышел у меня в VIP-новинках. Артикул 158-75. Мало ли кто пропустил, я еще раз вам расскажу. Вот тут вот идет составчик у него, способ приготовления и так далее. Для чего он вообще нужен? Фитоконцентрат для контроля веса. Это травяной напиток, который поможет держать в форме. Содержит комплекс из 8 фитокомпонентов, ускоряет обмен веществ, помогает успешно снижать вес, способствует жиросжиганию и, конечно, эффективно тонизирует, дает энергию, усиливает антиоксидантную защиту организма. В общем, такая вот очень крутая штука. Мой муж его очень-очень любит. Раньше он был в таком оранжевом пакетике и был очень сильно сладкий. Сейчас это вкуснятина, не очень сильно сладкая. В общем, даже я его могу пить приятно, потому что я сильно сладкое пить не могу. Далее, витграсс, это ростки пшеницы. Берем очень давно в компании Faberlic. Для нашей Викуси, которая не любит кушать зелень, артикул 157-68. Викуся очень сильно не любит кушать там укроп, лук, петрушку и так далее. Где же ребенку брать зелень? Поэтому вот мы пьем хлореллу, спирулину и вот этот вот витграсс по чайной ложечке в день. Очень-очень полезно. Далее, гидрейн. Это травяной сбор, чистота и легкость теля. Ну, что могу сказать по этому составу? Очень хороший состав. Что мне в нем нравится, это то, что идет мягкое, нежное очищение организма. Очень приятное. Тут идет 21 фильтр пакетик, артикул 157-71. И он очень вкусный, очень такой приятный травяной чай. Прямо такая травка приятная, без всяких там, знаете, посторонних привкусов. Ну, как вот по мне, мне вкусно. Так, этого нет. Наши макарончики очень вкусные. Взяла в запаснички, вот до сих пор трачу. Ну что ж, дошли до бытовухи. Значит, у нас с вами идет парфюм для стирки в гранулах. Очень вкусный, очень классный. Я его люблю. Когда что-то убираешь, с ним там курточки запаковываешь зимние и так далее. Очень хорошо с ним стирать. Запах такой, знаете, приятный потом, когда распаковываете. Мы тут перестирывали покрывало, пледы и так далее. И все перестирали вот с ним. Вообще здорово. Артикул 308-47 у Ягод.
ягодного. Далее 308-45 утренняя свежесть. Такой аромат идет очень-очень приятный. Ну и вот это мой, наверное, самый-самый любимый. 308-46 цветочная гармония. Не только упаковка у них приятная, но они действительно очень хорошо освежают белье и дают ему аромат. Дальше идет кондиционер для белья. Натуральный восточный микс. Очень приятный. Артикул 108-96. У него идет натуральное масло. Вот такой, знаете, привкус каких-то таких вот цветов с луга, именно луговых цветов. Ну, это, конечно, мое мнение, тут немножечко другое, восточный микс указано, но я чувствую аромат смеси цветов именно такой, с юга. Ну и, конечно, действие у него великолепное, как и у всех кондиционеров. Далее, пятновыводитель кислородный экстра Окси. Пару штучек израсходовали. Ну, в принципе, мы его практически всегда кладем при стирке, не ищем пятна. Очень хорошо работает. Артикул 327. Великолепный такой порошочек. Ультракондиционер для белья. Это один из новинок, который у меня уже в пустышках был, но хочу еще раз похвалить. Очень, конечно, приятный вкус, экзотический оазис. Прям очень приятный, теплый такой, хорошенький вкус. Артикул 308-09. Поэтому белье не только гладкое и клевое, да, и хорошо за ним ухаживается. Так, это у нас что? Все, гель для стирки цветного. Вот смотрите. Смотрите, какую кучу настирала. Но пустышки очень давно мы не снимали, поэтому, конечно, их много. Это концентрат гель для стирки цветных тканей 308-42. Прям мой фаворит, поэтому его реально много. Так, далее. Биогель для очищения туалета для жесткой воды. Артикул 108-98 Home Dome Greenly. Так, чистящий крем универсальный с микрогранулами, который не повреждает. Ну, полированную поверхность, понятно, они повредят. Как бы тут нужно быть осторожными, да, выбирать, что вы хотите поскрести этим делом. 302-53 чистит отлично, мне нравится. Далее идет там в ряд 4 пенных очистителя. Почему так много? Мы решили почистить все диваны. 302-52 очень понравилось чистить диваны, потому что он освежает. Но знаете, один диван мы не смогли никак отмыть, там пятна такие, знаете, застарелые, престарелые. А людей вот этих, которые диваны чистят, мы решили не вызывать, потому что уж после них это вообще химоза химозой. Очень неприятно там после них и чихаешь целую неделю. Не знаю, чем они таким чистят, боже мой. Поэтому я решила все-таки пару раз этим очистить и целый флакон на диван израсходовала. Представляете? Удовольствие не дешевое, зато все натуральное, биоразлагаемое, экологически чистое. Ну, со второго раза, понятно, он отмылся. Артикул 302-52. Спрей для очищения ванны душевых кабин. Тоже мой фаворит. 30-0-91. У нас есть одна ванная и одна душевая. Два санузла в доме. И, конечно, приходится часто им пользоваться. Так, дальше. Биоразлагаемое, концентрированное, моющее универсальное средство для жесткой воды. Мы им просто моем пол. Добавляем ведро и моем полом. Артикул 108-97. У него идут натуральные отдушки. Тут, значит, идет цитрусовый микс. Именно натуральный. И он не требует смывания, поэтому я им чаще всего, наверное, полы и мою. Дальше, значит, гель для профилактики и устранения засоров. Ну, иногда профилактируем. Очень нравится, хорошо справляется. 302-44. Даже растворяет волосы, что мне нравится. Но если засор прям сильно мега, вот такой прям ух, что уже совсем капец, надо покупать средства из магазина, то мы лучше сантехника вызываем. Из магазина все-таки не используем. Знаете почему? Потому что я боюсь за трубы. Мне кажется, что труба после таких средств лопнет, которая в магазине находится. Я переживаю. Дальше. Концентрированный гель для мытья посуды. Он идет антибактериальный, чистота и защита. 301-03. Запах у него такой же очень интересный. Арбуз и эвкалипт. Но больше, конечно, я чувствую эвкалипт. Но свежесть арбузика тоже присутствует. И такой вот гель ультраконцентрат для мытья посуды у нас идет против загрязнений и запахов. Артикул 369. Ну что ж, я вам могу сказать. Биокапсул для посудомоечной машины я что-то вообще не дождалась вот этих. А чем они удобны? Тем, что берешь и кладешь. А эти нужно чистить. Помните, наверное, этого в наличии нету. Не знаю, когда появится и появится ли. Далее, таблетки для посудомоечных машин. Вот сейчас, да, которые есть в наличии. Артикул 360. А мои девчонки утверждают вообще все, что они лучше моют, чем вот те. Что вот эти лучше таблетки для посудомоечных машин. Ну, я не знаю, я как-то вот не могу согласиться. Я тоже посудомойку часто очень запускаю. И могу сказать, что, на мой взгляд, одинаково. Но вот им больше нравится вот это все-таки голубое средство получается. Так, тут у меня красота. Мыло Story de Amour. Не знаю, есть ли сейчас такое в наличии. 29-10. Далее маска для лица. Очень она мне нравится. Артикул 1574. Она и подтягивает, и укрепляет, и омолаживает. Очень хорошо прям работает с лицом.
лицо. Кто не пробовал, пробуйте. Прям зашла великолепно. Там, кстати, очень много вот этой вот эмульсии. И ее можно еще нанести на шею, на декольте. Здорово, да. Так, далее салфетки для удаления пятен. 305-52. Ну, скорая помощь наша любимая в каждом моем обзоре. Такие, не знаю, есть или нет. 24-69. Я их тоже в запаснички брала. Ну, обычные салфетки. Это у нас идет влажная туалетная бумага. Взяли с собой вот на природу, ездили. Ох, как она нам пригодилась. Никто не вспомнил про туалетную бумагу, а я их с собой взяла, думаю, так удобно вместо влажных салфеток. Ну вот, пришлось поделиться, положить в туалет. 304-01. Да, это 0 плюс было, а это 304-00. Это взрослая влажная туалетная бумага. Далее, влажные салфетки чистящие, универсальные. Это уже новая версия, очень их люблю. 305-50, отмывают все, что захотите. Так, влажные салфетки чистящие для экранов мониторов. По-моему, не одна даже пачка кончилась, но тут почему-то одна. Может быть, и где-то что-то затерялось. 302-49. Ну и это тоже влажная туалетная бумага. Не помню, за что я получила в подарок вот этот вот стиральный порошок для белых и светлых тканей. Прям честно не помню. Но я помню, что он мне шел в подарок. И честно скажу, как-то вот обновились у меня знания мои, моя память. И могу сказать, что он действительно классный. Артикул 118-91. Но все же я люблю больше гели. Почему? Ну, потому что они не разливаются. С ними нет проблем абсолютно никаких. Вот сейчас, видите, на столе слегка вот насыпалось от пачки из порошка. Я вот порошки вот поэтому не люблю. Но так как у меня еще тут куча целых порошков, я могу сказать, хоть они и сыплются, пылят иногда, но они шикарные. Они очень хорошо стирают. И я прям от них в восторге. Дальше биоосвежитель воздуха. Мой самый-самый любимый из всех освежителей. 190-01. Он такой, знаете, аквафтический, приятный. Не морской, а именно такой, знаете, аквафтический. Очень нежный-нежный. Такой невесомый-невесомый. Это, как мы с вами понимаем, идут салфетки-ловушки для защиты одежды от окрашивания. Работают наишикарнейшим образом. 308-44 у них артикул. Ну, если посмотреть аннотацию, поставьте на паузу, почитайте. Это очень крутая штука. Действительно, много вещей спасает. И я уже не первый год ими пользуюсь. Хотя они у нас ближе так к новинкам. Но я ими пользуюсь не первый год. Далее, освежители для дома. Очень люблю наши эко-освежители. Они шикарные. Это идет у нас именно акваспрей. Не озоновый там какой-то. Не под давлением, да, вот эти баллончики. А чисто на водяной основе. Все эти спреи, они не только аромат делают в доме, но еще и увлажняют. Понимаете? Это вообще здорово. Полезные они у нас с вами полезные. Артикул 303-28 у очень приятного цветочного такого аромата. Вкусненький. Дальше это наша новинка. Помню, что она мне пришла в подарок школы развития человека. 3 штуки. Вот таких мне пришло. Еще плюс я заказывала по VIP-новинкам, поэтому трачу потихоньку. 100 лет не покупала освежители, потому что потихоньку трачу еще подарки, понимаете? Здорово. Артикул 308-45. Далее, вот этот спрей «Утренняя свежесть», он, конечно, до такой степени нежный и легкий, что по сравнению с этими блекнет. Вот кто не любит, когда сильно прям пахнет спреями, да, от них нормально пахнет, не воняет, а именно аромат такой приятный, то вот этот очень сильно легкий, очень сильно такой невесомый такой, да, могу сказать. Он просто освежает, увлажняет, нейтрализует запахи, да, как и, в принципе, все, для чего эти спреи нужны, что-то нейтрализовать. Там где-то что-то сгорело, там туалетик на балкончике кошачий, еще что-то. Но нейтрализовать-то он нейтрализует, но не дает такого резкого аромата. Вот что хочу сказать. 303-25. Очень спрей приятный. Мне очень нравится. Дальше. Акот-спрей освежитель. Чайное дерево и эвкалипт. Тут идет в составе натуральное. Поэтому, честно говорю, это и антибактериальная тоже штука. Очень хорошая в период простуд и так далее. Прям в доме шикарно такое иметь. 303-24. Это у меня диффузоры. Мои любимые позаканчивались. Ну, как бы вы их ставите, туда втыкаете палочки, и их все меньше становится, да, то есть таким вот образом. Поэтому Sparkling Lights, Mandarin Fresh и Black Amber. Ну, самый любимый для меня лично был Sparkling Lights, но это был лимитированный выпуск, его больше нету. Happy, да, аромат счастья. А вот сейчас, на данный момент, из оставшихся ароматов, это, конечно, Black Amber. Очень приятный аромат. Так, значит, вот у меня сколько...
Sparkling Lights закончился. Еще один Black Amber. Мы из одной коробки достаем, другую складываем. Да, как вы видите, коробке тоже что-то не повезло. Вот мой любимый Black Amber Relax. Артикул 10058. Везде их ставлю, даже в туалете. Очень вкусно пахнет. А Sparkling Lights Happy нету, к сожалению. Вот, у меня недавно девушка зарегистрировалась в компанию Faberlic. Она регистрировалась вот ради этого, чтобы брать со скидкой, потому что мы с ней редко видимся, раз в месяц, раз в полтора месяца. Ей, конечно, это очень неудобно, и она хотела вот ради этого. И потом она мне пишет: я не могу найти свой аромадиффузор. Я говорю: к сожалению, его нет. Говорю: надеюсь, к Новому году выпустят. Говорю: бери 20 штук, на весь год же обгладила. Она смеется, говорит: я 30 возьму. Ей очень понравился этот аромат. Она брала у меня 10 штук его, представляете, но у нее все скупили, и ей вообще ничего не оставили. И когда она захотела его второй раз купить, его уже нету. Но вот Black Amber ей тоже понравился, да, вот который релакс. Но счастья хочется больше, чем релакса порой, да, согласны. С артикулом 1345, пихта сибирская. Очень такое классное масло, которое я добавляю в аромадиффузор и вдыхаю. Хотя он и волосы укрепляет, создает атмосферу спокойствия и умиротворения. Наполняет как бы таким хвойным ароматиком, таким легким, приятным. Ну, смотря тоже, сколько в аромадиффузор накапаете. Весь флакон выльете. Будет запах. Он тонизирует и очищает еще и кожу. И, да, и подходит для ухода за кожей с повышенной жирностью. Укрепляет волосы. Может использоваться для расслабляющего массажа. В принципе, это можно даже капельку в крем, например, капнуть, да, и размешать крем с этой капелькой и наносить на лицо. То есть, как бы, эффект будет уже, да, для жирной кожи особенно шикарный. Далее мыльца, старенькая версия 200 мл, артикул 8637. Смузи для душа, его сейчас нет в наличии, артикул 2457. Это гель для душа ревень, с ароматом ревеня. Это моя прям любовь, я вообще была очень рада, что компания Faberlic его выпустила. И еще бы покупала, но я вот помню, что по распродаже я взяла 5 штук, и он долго как-то вот стоял, а сейчас смотрю, ой, думаю, пора расходовать уже. Так, дальше у меня закончилась маленькая версия Шанти. Очень мне нравится. На данный момент одна из моих фаворитов. 30 мл. Шикарная. Ну, конечно, вот это вот дно слишком много вот в сумочке носить. Еще бы меньше версию, чтобы с собой брать. Ну, вот пока только так. Далее универсальный крем с аргинином. Как обычно, да, всегда в моих пустышках 12,79. Бальзам растирка с пчелиным ядом. Недавно спас меня, мою спину. Я его делаю в перемешку с универсальным биорегулятором живой ткани на основе сигнальных пептидов. Очень мне помогает. Артикул 158.15. Спасибо компании, что объединилась вообще с компанией Чистотой, которая воспроизводит вот эти вот пептидные средства все. Так, значит, бальзам с ядом 12.80. Он, кстати, греет, немножечко печет. А вдруг кто-то первый раз смотрит, а я просто баночки переставляю, да? Так, далее, концентрированный стиральный порошок. Вот как раз я про него говорила. Тоже подарок мне достался. Артикул 323. Слушайте, хороший порошок. Очень хорошо отстирывает. И белые, и цветные ткани он стирает. Но понятно, что цветные не яркие. Если прям очень яркие ткани, то есть порошок для цветного, который не портит. И есть еще и для темного гель, который тоже не портит вещи. Далее, стиральный порошок, концентрат, пятновыводитель. Мало того, что концентрат, еще и пятновыводитель тут вместе с ним. Тоже стираем с великим удовольствием. Артикул 30.013. Ну вот смотрите, я очень долго пользовалась гелями, клала формочку просто в барабан и все. Как бы и на этом все заканчивалось. А это нужно открыть, насыпать, закрыть. Оно не всегда может смыться, если много насыпал. В общем, от порошка я, в общем-то, отвыкла. Можно так честно выразиться. Так, вот этого уже нет в наличии. Нашли баночку, да. Дальше дезодорант для интимной гигиены. Свежий аромат. Напрочь убивает все ароматы, но он под давлением, он аэрозольный получается. Кому не нравится, конечно, не надо брать, но убивает все неприятные ароматы на повал. Артикул 1628. Так, это пчелиный яд. Так, это у меня пустышки в другой комнате копились, и я забыла про них. Аргинин. Далее, один из моих самых любимых гелей для душа. Как видите, нарасходовала целую кучу. Это пуртужор, это свадебный аромат. Есть духи такие, парфюмерная вода. Артикул 81.25. Дальше, 29.11. Это спрей для тела, арбуз дыня. Бабл-гамовый, как мы смеемся. Крышка у него другая была, я ее потеряла. В семье Кононовых всегда теряются крышки. Даже от зубных пастов. Вот эти тюбики все время теряются. Я вот эту зубную пасту брала, ее сейчас нет в наличии, кстати. Я ее брала только из-за того, что вот тут вот крышка не теряется. Тут очень удобно, мега удобно. Даже если муж не закрыл,
то я пришла там до него, после него, обычно я хожу после него, и закрыла, почистила свои зубы и закрыла. Сейчас вот, кстати, нет этой пасты, очень бы хотелось поудобнее. А так, кстати, паста классная была, но она так хорошо не отбеливала, как вот паста Faberlic, это DSC паста. Так, спрей обалденный, 29.11, я надеюсь, он есть в наличии, куплю еще. Реально очень классно поднимает настроение, прям супер, супер просто. Далее. Сейчас он, кстати, в распродаже. Очень приятный аромат, гель для интимной гигиены. Конечно, он не с афродизиаками и так далее, как мой любимый, но он идет тоже очень приятный, классный, хорошо пенится, тоже долгоиграющий, артикул 3372. Так, посмотрите, аж целых 3 дизика закончилось. Обалдеть. И, кстати, вот что я вам хочу сказать, я тоже пристрастилась к этому дизику, хотя я больше люблю по старинке шариковые. У меня есть и стики, и спрей. Это у меня пользуется только мой муж. Но вот знаете, иногда бывает, на ночь в душ сходишь, с утра надо куда-то идти, и второй раз в душ не идешь, просто умываешься, и все. Если голова чистая, ну зачем, да, 10 раз мыться? Вроде как ночью не заморались же мы. А я думаю, а если я шариковым дизиком уже на несвежие подмышки нанесу, да? Поэтому я у него начала спрей подворовывать. Думаю, а вдруг запах у дизика поменяется? Откуда же я знаю? А вроде бы так все в порядке, но на всякий случай начала пользоваться его спрей. Вот в этом моменте очень, конечно, удобно. 26.79. Я так понимаю, что даже если человек вспотел, им можно попользоваться, и запах пота уйдет, и все уйдет. Ну, вот всякое бывает, да. Так, дальше. Викуся. У нас тут расходует гель для душа, еще зимний, 29.43. Я уверена, что его больше, наверное, нет в наличии. Кстати, он очень вкусный, классный. И второй, тоже баблгамовый, тоже зимний гель для душа, 3+, идет, 29.68. Артикул тоже очень вкусный, баблгамовый. Дальше. Детский гель для интимной гигиены. Очень нам понравился. 32.66. Он, по-моему, идет 3+. Раньше был 0+, мы пользовались, но нам 11 лет, 3+, для нас нормально. Скоро вообще на взрослых перейдем. Я думаю, ничего страшного. Жидкое мыло с хлордексидином, антибактериальный эффект. Люблю его, знаете, выставлять, когда гости. Артикул 2717. Когда в доме много людей, много гостей, очень здорово мыло с хлордексидином иметь под рукой. Дальше 3+, пена для ванн меняет цвет. Артикул 2882. Она еще и очень вкусно пахнет ананасиком. Вы выдавливаете вроде как желтую, но она потом превращается в зеленый цвет. Привет. И ребенку это, ну, реально прикольно, реально интересно, потому что, ну, как эта вещь, да, которая у тебя вот прям в руках, в твоей ванной цвет меняет, здорово. Дальше, 3+, детский спрей для легкого расчесывания, артикул 2810, очень хорошо ухаживает еще и за волосами. Сушить волосы феном и так далее, вот вы знаете, одно удовольствие. Это старая версия, скорее всего, уже нет его на сайте. Так, мой шампунь для нейтрализации желтизны, скорее всего, я сейчас больше ушла в темный цвет. Да, уже все мои подписчики заметили. И он мне не часто пригождается. Я его наношу иногда просто кончики немножечко желтизну убрать. И стал он хуже работать на другой краске. Когда я брала тон самый светлый, да, и была прям блондинка-блондинка, то он, конечно, очень хорошо работал. Сейчас на более темных тонах, пепельных уже тонах таких, он работает уже поменьше. Видно, что оттеночек все равно как бы есть. Какая-то нейтрализация произошла. С темно-пшеничных они стали там темно-русыми. Но это очень сильно незаметно, и я им все меньше и меньше пользуюсь. Артикул 2710. Но, может, я еще обратно в блондинку перекрашусь, вот не знаю. Дальше. Шампунь уплотняющий для тонких волос. Честно, я его не поняла. У меня волосы тонкие, поэтому я могу прям говорить о том, что у меня он ничего не уплотнил. Он еще идет бессульфатный. Ну, честно сказать, я привыкла к тому, что очень хорошо пенится. Он не так быстро распенивается, не так хорошо. 12.83. Запах обалденный. Промывает волосы отлично, но пены у него в 3 раза меньше, нежели вот у обычных там, да, каких-то шампуней. Шампунь-бальзам 2 в 1, интенсивное питание. Идет 250 миллилитров, артикул 10.087. Ну, слушайте, прекрасный шампунь, никаких нареканий нет, но даже если написано шампунь-бальзам, мой парикмахер говорит, бальзам все равно после такого шампуня нужно использовать. Дальше, это моя любовь, беру его с собой в поездки. Артикул 19.98, это концентрированный шампунь, который бережно очищает волосы, способствует увеличению густоты и плотности волос, который придает объем, содержит масло амаранда, также биотехнологические комплексы и так далее. В общем, очень хороший, ухаживающий, концентрированный шампунь. Мне он понравился, и очень сильно понравилась его упаковка.
Мега удобно, прямо мега удобно. Прямо вот 10 раз готов повторить. Действительно, вот этот шампунь, вот это все, что мне нужно в поездке. Вот я с тобой беру вот шампунь, бальзамчик и все. И красота, как бы, здорово. Дальше, значит, это тоже шампунь-бальзам. Цветочная терапия, артикул 8766. Даже вот видите, немножко осталось его, да. Хотя он, наоборот, ставится удобно, но вот все равно остаточки есть. Но зато вам показала. Кстати, шампунь, не смотрите на его цену, что он недорогой, он реально классный. Я его брала по VIP-новинкам. Он мне очень понравился и понравился моей Катюше, ботаника. Именно что, вот шампунь-бальзам. Далее, муж у меня домывает гели для душа. Артикул 2811, Эльбрус, 5642 метра у Эльбруса, да? Да, я не знаю, если такие в наличии, ну, тут чисто, знаете, такой озоновый аромат, не грубый такой, но и не унисекс, все равно чувствуется, что это мужской. Далее, два шампуня мужа. Представляете, как долго я, у него же там совсем чуть-чуть волос-то, по идее, да, то есть, ну, как вы видите. Они разные, кстати, эти шампуни. Значит, вот гель для душа еще один, 13-12 он израсходовал. Значит, чем они отличаются? Первый у нас идет с вами шампунь-бальзам, второй просто шампунь против перхоти. Они оба против перхоти. Значит, обычный шампунь 27-67 и шампунь-бальзам 27-68. И моется только муж. И как сказать, в чем разница, я не знаю. Я вам честно говорю, тут не буду врать. Он, как сказал, мне без разницы. Ну, если он подстригается каждые 3 недели, у него он пьет омегу, ну, сами понимаете, D3 он пьет, кальций пьет. Ну, у него волосы очень быстро растут, он ходит в парикмахерскую каждые 3 недели. Он говорит, я не понимаю, ухаживается у меня там за волосами или нет. Я, говорит, их состригаю быстрее, чем вот они могли бы успеть там чем-то напитаться. Ну, и прически он никакие не делает, волосы не жжешь. Дальше, скрабчик для тела. Сейчас гуглила перед съемкой видео, его нету в наличии. Очень уж он мне нравился, но, к сожалению, все, пока-пока. Компания делает каждым годом все лучше, все круче, я уже привыкла. Как-то по ошибке взяла кучу бальзамов No Snow, ну и смотрю, срок уже подходит, их уже в наличии нет, срок подходит, думаю, надо израсходовать. Выставила ванную, а Катюша говорит, о, бальзам против перхоти, контроль над жирностью у меня, говорит, как раз жирная голова, и давай их расходовать. Я думаю, слава богу. Так, дальше. Это у нас бальзамчик Арису 7724. Все-таки слаба. Вот вся линейка Арису мне слаба, потому что волосы как у пережженной блондинки. А Кате этого бальзама на 3 раза. Почему? Потому что маленький объем, во-первых. Во-вторых, у нее очень длинные волосы. Опять же, вот сейчас ниже попы уже начали опускаться. Мы ей их подрезали. Дальше. Это очень крутая штука. Мне понравилось. Единственное, что люди с псориазом, с какими-то коросточками в голове, желательно подождать ремиссии. Да, или чтобы коросточки зажили. Немножечко пощипывать. Значит, бальзам против выпадения волос, это 1737, и маска, бальзам для кожи, головы и волос, активатор густоты волос. Это разные маски, но способ применения у них один и тот же, наносим, оставляем на 3-5 минут, и они работают. Значит, 1736 и 1737. Я всегда заказываю, если их беру, 3 таких, 3 таких, ну, чтобы уже пользоваться им время от времени. У меня, например, может стоять такой бальзам и эти два бальзама, да, то есть все может стоять одновременно в ванной, и я что выбираю, чем мне сегодня, да, допустим, если я давно волосы не укрепляла, не делала маску вот такую, то я сначала эту масочку сделаю. Далее, Катин универсальный бальзам для всех типов волос, я именно ей его беру, потому что у нее жирные волосы, для сухих и ломких точно не подходит ей мой, у меня сухие и ломкие, а у нее жирная голова. Дальше, бальзам глубокое восстановление, артикул 1881, очень хорошо питает волосы, и маска этой серии тоже бесподобно питает волосы. Прямо вот эта линейка плюс шампунь очень хорошо питают. Прям шикарные. Волосы рассыпчатые, блестящие, не утяжеленные, но напитанные. 18-82 артикул. Так, вот еще такой бальзамчик. Больше всех их любит Катя моя. Артикул 8747. Тоже он идет для ослабленных, склонных к выпадению волосам. Ну вот я не знаю, у нее волосопад или нет, но у нее постоянно после нее ванны много волос. Волосы где-то посушит, ну опять много волос. Так, этого в наличии нету. Мы его нашли в закромах. Лачок один кончился. 2707 век. Кузьке тут на день рождения, дорасходовали, ей делали прическу, мне делали прическу, в общем, доделали, закончился. Далее, концентрат-активатор густоты волос, 16,90
средство 3 очень нравится, рекомендую. А штука крутая, тут ампулы, вы их просто после душа, прямо на сырую голову помытую, просто втираете в корни волос, и так и ходите, так и живете, волосы нисколько не жирнятся. Я посмотрела, вот этот Detox Scrub, у меня остался одна штука, и его больше на Вичи нету. Я надеюсь, он появится. Артикул 7733. Очень надеюсь, что он появится. Ну, потому что никаких других скрабов нет. Далее, дочка у меня младшая, да, у нас диагноз аутизм нам поставили. Аллелия, аутизм и так далее. И, конечно же, мы принимаем нейропротектор. Но не по две штучки два раза в день, а по одной штучке два раза в день. Вот мы это пропивали, сейчас опять начинаем его пропивать. Первую баночку выпили, мы его пьем подолгу. Пьем, потому что, ну, нам надо. У нас такое, нам надо развиваться. Дальше, значит, омега-3 пошла, целая куча. 157,79. Вереница БАДов опять огромная. Давайте сначала маски. Ну, такая маска-бальзам, я бы сказала, 0,197. Очень приятный аромат морожки. Я прям не могу, я ее обожаю. Прям супер. Вот она такого же цвета, как ягоды. Далее, Арису. Была по распродаже, я нахватала 10 штук, потому что маски у нас очень быстро уходят. Катя вот пол маски на одно применение уходит. Артикул 7726. Она действительно очень хорошо питает и восстанавливает волосы, что очень-очень приятно. А мы прически часто делаем, волосы жжем. Вот Катя косы плетет, а мы жжем. Дальше Smart Keratin, такая вот масочка 82,48. Что-то ценные масла куда-то делись. Не знаю, может, вывели из ассортимента, но я очень любила эти ценные масла. Потом, значит, у нас идет питательное масло для ногтей и кутикулы. Вот это вот двухфазное. Только еще дорасходовала его. Посмотрела сейчас на сайте, тоже 76,45. Артикула уже нет. Сейчас у меня масло с тмином будет, наконец-то. Дальше Викуська у нас пропила Ньютон 157,32. Тоже тут витамин Е, B1, B2, B6. Ну, в общем, все, что нужно для мозгов, грубо говоря, да. То есть состав такой шикарненький, да. Видите, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, витамин С, никотинамид, биотин, янтарная кислота. В общем, все, что нужно. Очень нравится БАД такой. Далее дигидрокверцетин. Волосы, сердце. Ну, в основном сердце и сосуды. Это очень полезная штука для сердца и сосудов. Недавно мы с женщиной разговаривали. Она говорит, у меня давление, у меня то все. Видите, сколько, да, выпили на четверых. И я ей говорю, ну, давай как-то, говорю, будем с тобой пить дигидрокверцетин, омегу, там, ну, это, ну, очень нужно, это от давления хорошо помогает. Ты что, там, их чуть-чуть, они стоят дорого. Я говорю, ну, блин, здоровье, 157,90. Да, иногда дешевле попить дорогие БАДы, чем потом лечиться. Живица, наша противовоспалительная, артикул 157,28, как я называю. Силен, да, наш гормональный фон, чтобы был в отличном состоянии, артикул 158,06. Оказывается, если не хватает в организме йода, цинка и селена, очень нехорошие бывают такие вот обстоятельства у людей, они начинают всяко-разно болеть. Кто в чем слаб? Силен нужен вообще всему организму, оказывается. Иронхелат, это у нас феррум, железо, 60 капсул, просто с мужем выпили. На двоих, у меня с железом все в порядке, но баночка просто вот, знаете, по VIP-новинкам взяла, показать, что у нас появился новый товар, и она так и лежала. Я говорю, а давай выпьем, он говорит, а давай. Значит, B-комплекс для хорошего настроения. Тут тоже очень такой богатый состав, как вы видите, шикарный просто, да, то есть витамины группы B всех видов. Это очень полезно пить, потому что иногда от нехватки витамина B, он, кстати, в обычном рисе содержится, витамины группы B, ну, можно загуглить, посмотреть, где он содержится. Вот когда у людей плохое настроение, когда они капризничают и так далее, вот витамин группы B. Дальше антиоксидант комплекс, мы его пьем вместе с омегой. У меня доктор прошла обучение еще какое-то там и сказала, что нужно антиоксидант тоже принимать, если принимаете омегу. Но тут такой у нас крутой антиоксидант, я бы так выразилась. Посмотрите, какой состав, да, то есть асаи, витамин С, витамин Е, в общем, все антиоксиданты тут сошлись, да, кверцетин, рутин, астаксантин. Очень хороший, богатый, суперский, дорогой состав. Дальше, значит, кардио. Старая версия, кстати, еще американская, как мы смеемся, эндокринка женская, наконец-то я ее допинала. Когда я начала пить, я уехала, ее забыла, потом приехала, попила, потом опять уехала, потом уехала на полтора месяца. В общем, я ее пила, грубо говоря, месяцев 5 набегами. В общем, я ничего не поняла, если честно, с этого раза. Дальше, Инсталкли, это антипаразит, Либероверм раньше назывался, сейчас он называется антипаразит. Пьем всей семьей. Сейчас будет очень много у меня в следующих пустых баночках антипаразита, прям мега много будет. Good Flora, это поддержка кишечника, старая версия. Эндокринка женская. Это мы объединяли баночки, поняла, почему эндокринки много. Дальше, значит, Куинзим Q10.
коэнзим Q10 тоже, к сожалению, пока еще старая версия, хотя новую я уже брала. Дальше магний хелат, артикул 158.01. Вот, кстати, врач Q10 моей Катюше выписал. Она у меня на сердечко была прооперирована в детстве. И врач ей Q10 прописал. Это пьет моя Катюша. D3, K2 пьем всей семьей. Кучка тут мала, конечно. Вот еще Q10, видите, Катюша пьет уже пару месяцев его. Я что-то решила сделать перерыв. Мне уже надоело столько много пить. Да, это у нас мы пересыпали, да, баночки объединяли. А то я думаю, куда столько много. Так, значит, по одной в день на завтрак. Это Викуся. Да, это у меня Викуся пила 2000 в день, потому что у нее был очень хороший, слегка большой витамин D в крови. Ну, когда мы сдавали кровь, немножко завышен был витамин D3. Но он у нее был, как мне объяснила наша Наталья Максимовна, у меня есть Елена Аркадьевна и Наталья Максимовна. Вот она сказала, что D3 у нас был в неактивной форме, и по 2000 все равно нужно пить. Вот такая вот интересная штука. Он еще бывает в активной и неактивной форме. В общем, все равно сказала пить, не убирать. 158.09 артикул. В общем, пьем. Всей семьей пьем. Гастрокомфорт. Тоже сейчас уже новая версия появилась. Решили допинать старенькое. Это всегда полезно пить. Вот всегда, даже если все хорошо. Как мой врач говорит, я смотрю, говорю, слушай, у нас еще старая американская версия. Скоро, говорю, сроки начнут выходить. А я буду пить. Позвонила своему доктору. Она говорит, конечно, пей. Говорит, он никогда никому не повредит. Говорит, далее, Bowel Detox, очищение кишечника, уже новая версия. Ну, могу сказать, что очень хорошо, мягко, классно работает. Я его могу пить месяца 3, и он будет все работать. Далее, Cardio Protector Signum 12, тоже старая версия. Пью с удовольствием, потому что у меня где-то аритмия начала вылазить, наверное, из-за поездок, из-за того, что я кофеман. Плюс вредные привычки у меня есть, конечно же. И Cardio Protector, конечно, поставил мне сердце на место, стало работать как часы. Я прям обалдела с него. Да, он очень дорогой, но, честно вам говорю, работает шикарнейшее. Вот, хотя Q10 я вот пить забросила, выпила только дочка вот у меня. Так, омега, 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 селен, омега. Так, а это у нас что? А это гастропротектор, тоже я его попила. Дальше келп, это йод, как раз таки его нужно с утра после завтрака принимать. Дальше gold station, это у нас идет поддержка иммунитета в холодные времена. Артикул 1298. Мне очень нравится этот аромат, поэтому я летом флакончик один израсходовала. Ну и, конечно, новейшая новинка, супер дорогая. Пили мы его с мужем вдвоем в поездке целый месяц. Так, тут 120 капсул. В общем, мы выпили по 60 капсул. На курс, конечно, не хватило, потому что надо пить по 2-2 раза в день. Но мы взяли его с собой в поездку, потому что нам сказали, что он прям супер дает много энергии и так далее. Ребят, мы прям очень хорошо съездили. И если он появится в наличии, я клянусь, я 10 банок возьму и маме, и папе. Это штука, которая замедляет старение в основном, да, и дает энергию за счет того, что восстанавливаются все внутри органы. В общем, с пептид-комплексом Signum 100. Рекомендую прям попробовать на себе, но я не знаю, как вы его будете выцеплять. Его разобрали просто мгновенно. Он появлялся на пару дней, и его опять разобрали. Я 10 раз пожалела. И причем весь Signum, он падает в автозаказ. Его привозят намного позже, чем основной заказ. И даже если он в одном заказе, да, с основным заказом. А потому что его то ли наделать не успевают, то ли что. И вот этот Signum, как новинка, я вам могу сказать, что результат потрясающий. Действительно много энергии, действительно настроение лучше, действительно чувствуешь себя лучше, действительно с утра поднимаешься и просто живешь полной жизнью. В общем, очень круто. Настроение какое-то такое. Знаете, когда вот легко, особенно после поездок, бывает такое, что там, допустим, за месяц мы можем 3 страны, там, 4 города объездить. Все это с ребенком инвалидом. И бывает тяжело потом, да, такое, послевкусие сильной усталости. А тут прям круто. Прям круто. Так, дальше. Тушь. Честно скажу, 502.01. Эта тушь меня с самого начала не очень-то впечатлила. Сейчас она уже загустела, 100 лет назад открыта. Кто-то меня будет ругать, потому что я вижу, что в чатах продуктовых эту тушь рекомендуют. Мне она не зашла. У меня короткие густые ресницы. Она мне дает сильный объем, но маленькое удлинение. Не хочу. Артикул 502.01. Вот, докрасилась горем пополам. И честно скажу, когда я красилась этой тушью, у меня было ощущение, что у меня лысые глаза. Потому что она жирно красит, но мало удлиняет как-то. Вот мне не хватало. И под конец, где-то месяца через 4-5,
наверное, даже через 5 месяцев, да-да-да, вот это еще хотела вам пожаловаться, после вскрытия она начала сыпаться. То есть, может, я ее неплотно сама закрыла, сама виновата. У меня есть привычка, я вообще могу вот так сделать, думаю, потом покрашу и так и в косметичку убрать. У меня было даже такое, что я косметичку открываю, у меня там тушь вообще развалилась. Поэтому не знаю, с чем связано, но вот на 5 месяц она начала сыпаться. Так, это у меня удлиняющая термотушь. А, вот, кстати, вот эта термотушь для ресниц, не знаю, что у меня, откуда коробочка в пустых баночках. Она пустая, у меня еще одна только штука кончилась. Обалденная. Вот ее я рекомендую. 50-68. Дальше. Вот эта вот красота. Слушайте, никаких опознавательных знаков, да, мультибальзам. Честно скажу, очень понравился, великолепная штука, очень сильно смягчает кожу, и можно все огрубевшее смазывать, а можно вообще все смазывать. Когда я приехала из путешествия, я не знала, что мне делать с пятой точкой. Вот рассказываю, как оно есть, у меня такого никогда не было. Может быть, я сладкого переела, может быть, какая-то аллергия, но у меня жутко трескалась там кожа на моей пятой точке. И мне было действительно неудобно сидеть, еще что-то, и вот этим кремчиком буквально за 3-4 раза я свою пятую точку просто вылечила. То есть я наносила его, втирала после каждого душа, да, то есть иногда утром, вечером, иногда просто раз в день. Но я стараюсь как бы раз в день целиком ходить в душ, и, честно скажу, ну, кайфанула. Я кайфанула с этого средства, если оно есть в наличии, я обязательно закажу. Очень крутая штука оказалась, вот, хотя валялась у меня очень давно. Дальше, такой вот бальзамчик, я уже его тут весь дорасходовала, он у меня уже давным-давно открыт, ну, слушайте, очень понравился, хорошо ухаживает за губами, артикул 40999, и очень приятная форма. Вики дала, она его стала кушать, лизать, поэтому пришлось забрать себе и самой израсходовать. Дальше, не очень красивый вид у меня вот этой палеты, артикул 6433, я уже ее решила просто от нее избавиться, потому что она очень много поездок со мной прошла. Во-первых, центр выбился, разлетелся, но она у меня падала, и сумку в самолете кидали, все такое прочее. Во-вторых, она очень давно открыта, и, ну, как видите, больше всего румяна я расходую. Нравится мне эта палетка для блондинок, можно так выразиться. Очень теплые, красивые оттенки, но ради гигиены просто уже. Убираю ее, открываю новую, вот просто чисто ради гигиены. Ну и вот эту, да, как видите, тоже до дна допинала. Это такая более холодная палетка, и больше она мне всего подходит. Артикул не скажу, компания Faberlic где-то подписывает, где-то нет артикулы, но это вот холодный оттенок, есть еще теплый, но я те и другие люблю оттенки. Но вот этот больше всех, очень люблю делать макияж с помощью, не только контуринг я делаю, да, но и целиком макияж глаза, тени делаю. Меня очень часто спрашивают, какие у вас тени? Вот эти у меня тени. Да, очень часто я делаю скулы и тут же делаю глаза этой же самой палеткой. Ну и совсем чуть-чуть осталось. Вот такая вот тут еще кучка. Зубная паста для мгновенного снижения чувствительности. Артикул 1657 очень хорошо работает. Далее 0844, это гидрофильное масло для очищения кожи лица. Шикарно снимает любой макияж, даже самый водостойкий, даже наклеенные ресницы. Кожу очищает великолепно, но не пересушивает. Очень полюбила это гидрофильное масло. Хотя я его не поняла и даже кому-то отдала, сказав, что какой-то это бред, зачем мне гидрофильное масло. А сейчас я его вот спустя сколько времени я его начала заказывать и начала им пользоваться и от него кайфовать. Ну, удобно, понимаете, удобно. Ну, главное, чтобы оно в глаза не попадало. В глаза, да, гель для бритья. Я не знаю, даже есть ли такой в наличии. 2571. Очень нравится. Гель для бритья иногда нужен бывает. Далее, мягкий гель для умывания. Антиакне. Линеечка Доктор Кор. Катюша пользуется им. Артикул 0589. Ей тоже очень нравится. Сейчас буду петь оды. Он у меня уже не в первый раз в пустышках. У меня уже есть запасник. Я за ним сходила сказать артикул 1572. Это сыворотка для лица. Идет высококонцентрированная формула. Она быстро тает на коже, проникает в глубокие слои. Вы знаете, лицо преображается буквально дня через три, как будто вы поделали такую, знаете, кучу дорогих крутых масок. Вот давайте я тут капелька осталась, вам покажу. Это просто наивеликолепнейшая штука, которая очень хорошо питает, увлажняет лицо и так далее. С очень таким ярко выраженным ароматом меда, но это просто прелесть, это прелесть. Но по-другому я сказать не могу. И все, кому я дарила, у меня уже не по разу ее купили.
Вот такая вот история. Далее, витамин В3, масочка увлажняющая. Витамин В3 идет для всех типов кожи, активирует обновление на клеточном уровне. Поэтому дорасходовала. Очень классно и здорово. Она идет, знаете, такая прозрачная, голубая, очень приятная на вид, с очень приятным ароматом, но ее не очень удобно наносить. Ее надо сначала разжмякать вот эти комочки в руках, а потом начинать наносить уже на лицо. Она такая, как желе, что ли, да? Вот. Она освежает, увлажняет, улучшает внешний вид, регулирует выработку себума и поддерживает барьерную функцию кожи. Очень шикарная, увлажняет, выравнивает, как бы просто, вот знаете, прям так и свежее лицо. Нравится она мне, хотя я ругала ее и говорила, что ее неудобно наносить, и я больше ее не буду заказывать, она опять в моих пустышках. В общем, вот такая я наругала, может, кто-то и не заказал, а я все равно заказала. Так, далее, 0982, очищающий тоник. Не поняла функцию, что значит очищающий тоник. Тоник, он должен тонизировать перед нанесением крема, а тут очищающий тоник, я его дорасходовала, но еще обычным тоником сверху протирала, на всякий случай. Далее, шейк-лосьон антиакне, Катюшкин, 0,5-90 с жирной кожей. Так, еще одна пустышка Signum One, 158-15. Далее, это что у нас? Гель для бритья у мужа, 27-16. Ну вот не нравится мне блокбастер аромат. Сладкий, слишком сладкий, не для Антона. Капельки в глазки, какое-то время они у нас были. Это не капли в глаза, а это капли мазать вокруг глаз. Они идут на основе тоже сигнальных пептидов, артикул 158-60, но что-то у Вики зрение не улучшается. Может, опять давление, не знаю. Вот, бывает же давление у детей. Дальше с артикулом 0851 идет мягкий гель-скатка. Очень его люблю. Я посмотрела сторисы у девчонок. Вообще, его, оказывается, много кто любит. Прям много кто любит. Он часто, много у кого с утра по сторисам мелькает. Так, далее маска 3 в 1, ей можно умываться. Очень меня выручает в критические дни, когда жирнится кожа. Вот мой ПМС, я вам скажу, ну, у меня вот так нет ярко выраженного, я недавно Signum 15 отпила и прям великолепно себя чувствую, но кожа жирнится, знаете, такая становится не очень-то хорошая. И, конечно же, я с превеликим удовольствием вот использую эту Green Karma 66-79, прям кайфанула с него, потому что это и скраб, и маска, и умывалка 3 в 1. Причем 99% натуральных ингредиентов, артикул 66-79, она, знаете, такая зеленая, и скоробинки такие мелкие-мелкие-мелкие. Очень приятная масочка. Куплю еще, если она есть. А то в компании Faberlic что-то очень сильно меняется ассортимент. Я за ним не успеваю следить. Так, далее очищающий мусс для лица с энзимами. Ну, честно сказать, перестала его уже заказывать. 12-19. Потому что столько много умывалок. Пока умоешься одной, другой, третьей, десятой, иногда думаешь, слушайте, какой я только уже не умывалась. Уже ничего не понятно. Далее кислородный мусс для глубокого очищения лица. Очень мне понравился. Буду еще заказывать 57-93. Вот после него кожа как раз таки скрипит. Дальше Омега Хит. Это наша новая с вами умывалочка. Наверное, она у меня первый раз в заказе. 67-39 артикул. Ну, такой вот прозрачный гельчик. Приятненький. Практически ничем не пахнет. Пара пен для бритья. Но у меня Антоха ими не пользуется. Это дочка играет в ванной. Строит там свои замки. Пристала и все. Надо вот давай. Ну, надеюсь, скоро у нее этот бзик пройдет. 0,5-33. Дальше еще одно гидрофильное масло. Видите, как я на него подсела, да? Две штуки за 2 месяца израсходовала. Я сначала им умываюсь, потом пенка еще для умывания. Артикул 0844. Еще одна скаточка. Получается 0,851. Еще одна скаточка, такая гора. Вы представляете, сколько компания Faberlic, слава богу, берет на возврат вот этого пластика. Так, еще одна такая масочка и две вот таких. Очень крутые маски коллагеновые. Мне очень понравились. Артикул 13,84. Да, ну тут увидите все, как все выглядит. Вообще шикарные маски. Выравнивают, подтягивают, освежают. Вот усталость просто, вот знаете, пших и нет усталости. Вот вообще здорово. Вот когда надо быстро выглядеть хорошо, великолепно. Перед фотосессией тоже великолепно работает. Одноразовая вроде бы маска, да, не столь уж и дорога, но очень хорошо работает. Я прям очень люблю эту маску. Ну все, мои дорогие, с вами была Кулинова Аня и куча пустых баночек. До встречи с вами в новых видео.